Добрый день, уважаемые коллеги. Мы находимся на полевом городе компании «Сингента» в Первомайском районе в агрохолдинге «Алтайские закрома». Мы находимся на участке, посеянном гибридами компании «Сингента» по системе «Клеофилд», обработанные гербицидом «Каптора» в дозировке 1 литр на гектар. С левой стороны мы можем видеть контроль, не обработанный гербицидом. С правой стороны мы видим обработанные гибриды. Гибриды были обработаны в фазу 2-4 настоящих листьев. Фитотоксичности на культуре мы не наблюдаем. Угнетение сорняков мы можем видеть, но высохших полностью на 100% еще нет.